В Национальной библиотеке Чувашской республики существует отдел уникальных книг. Центр редкой книги и консервации документов насчитывает 17 тысяч экземпляров. О работе центра в следующем сюжете. Отдел под названием «Центр редкой книги и консервации документов» ведет свою историю с 1995 года, когда домашнюю коллекцию известнейших купцов и меценатов братьев Талансовых и фолианты из Чебоксарской публичной библиотеки выделили в специальный фонд. Кроме этого, за многие годы сбора, изучения, написания проектов, в ходе которых мы приобретали книги, дарили нам очень много книг, сформировалось еще несколько крупных коллекций. Самое значительное из них, самое значимое для нашей республики, это коллекция редких краеведческих изданий. Очень большая и значимая тоже коллекция, это коллекция Айгиана. Мы ее назвали книги, публикации, документы, касающиеся жизнедеятельности нашего народного поэта Чуваша Геннадия Айги. Еще одна коллекция – это рукописная и старопечатная издание. Здесь хранятся книги, изданные до 1830 года, так называемые книжные памятники. Самая древняя книга датируется 1643 годом издания, а это самая монументальная книга. Одна из самых интересных книг внешне – это «Апостол», изданный, правда, в конце XIX века в Москве в типографии единоверцев, но она интересна своим объемом. Книга появилась в библиотеке в 2003 году после археографической экспедиции по Чувашии. Здесь же можно познакомиться и с самой маленькой книгой. В моих руках одна из самых маленьких книг редкого фонда Национальной библиотеки. Попробую ее прочитать. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой». Еще одно издание, появившееся в ходе археографической экспедиции, это уникальная рукописная книга «Ирмологий». А к нам она поступила очень грязная, она была залита чернилами, здесь остатки видны. Очень много было утрат, листы отходили, и она прошла полную реставрацию силами наших сотрудников сектора консервации. Сектор консервации занимается обеспечением сохранности фонда библиотеки и помогает Центру редкой книги в поддержании условий хранения уникальных изданий. В силу разных причин происходит повреждение книг, журналов и так далее. Мы занимаемся реставрацией, переплетом таких документов. Вот, например, у этой книги выпал книжный блок из переплета. Его нужно подшить, его нужно вставить обратно в переплет. Также мы для хранения самых ценных книг, самых ценных документов из специального бескислотного картона изготавливаем вот такие вот контейнеры. Немалую долю фонда составляют и книги с автографами, дарственными надписями авторов и лиц, принимавших участие в издании. Среди них и легендарный Андриан Николаев, и басни Михалкова. Чтобы увидеть редкие и уникальные книги, нужно стать читателем Национальной библиотеки. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.